На сцену Видновской школы искусств друг за другом для получения заслуженной награды поднимались юные таланты, которые своим трудом и упорством добились высоких результатов в учебе, спорте и творчестве и доказали прежде всего себе, что они способны на многое. Я молодец. Буду еще стараться, еще больше заслуживать наград. Я очень рада, что я получила второй раз стипендию и буду продолжать дальше, чтобы были много успехов, и идти дальше по фортепиано. В этом году очень много достижений. Ездила на различные международные, всероссийские, областные конкурсы. Также, благодаря этим достижениям ездила в Артек в апреле. Среди счастливых обладателей стипендии Константин Вержбицкий. В этом году он стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, победил в открытом чемпионате «Думай, знай, познавай» и получил золотой значок ГТО. Все достижения начались еще с начальной школы, с моей самой первой классной руководительницы Кузнецовой Светланы Валерьевны. Именно она привила мне любовь к знаниям, к науке. И заложила тот самый стержень, первый кирпичик, фундамент моих будущих достижений. Вручение именной стипендии в Ленинском городском округе проводится более 15 лет. За это время награду получили более 1000 юных жителей муниципалитета. Я хочу, чтобы каждый из вас, веря в свои силы, ставил себе высокие цели. Потому что чем выше цель, тем выше мотивация. А только от вашей мотивации зависит ваш успех. Стипендиаты разные по возрасту, от 10 до 18 лет, но одинаково целеустремленные и трудолюбивые. Они уверены в своих силах, чтобы покорять новые вершины. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.